Здравствуйте, с вами ведущий молодежных новостей Даниил и Ангелина. В этом эфире вы увидите главные итоги прошедшей недели. 14 февраля в торговом центре «Астри» была проведена акция «Обними меня» от ребят из молодежного центра. Далее смотрите в репортаже. 14 февраля в торговом центре «Астри» прошла акция от ребят из молодежного центра под названием «Обнимашки». Ребята ходили по торговому центру с плакатами «Обними меня». Они хотели подарить капельку добра в этот замечательный день. Пятнадцатого февраля в Нарском молодежном центре прошла дискотека в честь Дня Святого Валентина. О ней вы узнаете далее. 15 февраля в Нарском молодежном центре была проведена дискотека в честь Дня Святого Валентина. Ребята могли потанцевать, поучаствовать в конкурсах и получить массу позитивных эмоций. С вами были молодежные новости на Норд ТВ. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч!